Ой, товарищи, вы хотели дворец? Мы попали во дворец. Правда, впустой. Уже второй день. И уже все. Капитально разобрали. Вот еще такое, не знаю. Здесь вот у них телек вон висит. За $100 $58 диагональ, прикиньте, 50% скидка у них, $100 гигантский. Вот это вот бандура. Так, где цена на бандуру то бандура роскошная, цену не вижу. Ну, трак какой-то, короче, не вижу цену. Так, идем дальше. Здесь бесконечное количество комнат. Так. Тут какие-то декорации. Стулья классные, боженьки, какие классные стулья за $140. Какие красивые, каждый $140. Смотрите, какой красивый. Ух ты. $140 немножко дороговато, хотя, конечно, стулья. А стол какой! Стол я не заметила, боже, посмотрите, $150. Какой стол роскошный! Вы это видите? $150. Блин, он ко мне в машину не влезет. Я бы, честное слово, его взяла. Какая прелесть! Идем дальше. Вот штукивина кататься. $30. Отвезла бы в Ташкент, но опять ведь самолет не пустят. Скажет, батарейка. $30. Дальше что у нас тут? Разбивающее мне сердце. Какая-то зверунька. Зверунка с этикеткой за $8. Миленькая. Так, Art Gallery. Это что такое вот у нас непонятное? Флаг дороговатый. Star Wars. Монополия. Кисюнька какая, прикольная, мягкая какая. Она фантастически мягкая. Это у нас что такое? Тикс. Ладно. Пробуем дальше. Вот мебель продается тоже. О! Обалдеть. А, он продан, прикиньте, уже. Это игра. Тарелка какая-то. Норман Роквелл, боже. Боже, боже. Машинки. Прикольные, металлические, по 50 центов. Люкс. Я вот в спортивном мало что понимаю. Я думаю, тут до меня уже побегали. Было бы чем-то путное. О, какая мебель у них. О, какая ваза. И что это такое? За $24. Что? Sorry. Что это такое? Я тут ломаю что-то. Мне, кстати, не поругали. Сказали, что я окей. Что это такое? Я даже не знаю. Блин, короче, оставлю я ее так. Пока не доломала. Так.
какие-то вот напитки. Так. Ничего мне тут купить. Ну, какие стаканы. Интересные. Это что такое интересное? Не знаю даже, что такое. Разукрашенные. Это что у нас такое? Миннесота. Так. Здесь вообще непонятно. Это лифт, что ли, ребята? Я не знаю, что такое. Вот тоже столик. Так, там еще гараж. Идемте гараж посмотрим. Еще какая-то коробочка. Хорошая, тяжелая. Коробочка с хорошими. Симпатичная. Непонятно чья. За $10. Ладно, не знаю. Короче. Идем дальше. Что здесь у нас? О, какая лампа. Крутяшная. Ой, какая. Так, сколько стоит лампа? Где цена-то? Не знаю, чья лампа, честно говоря. Тейс, тейс. Поезда. Тяжелые. Хорошие. Я в них мало чего понимаю. Домик. Еще много, в принципе, осталось. Но ничего такого, что бы я хотела. Часы, кстати, прямо в этом, в коробке. Так-с. Детский наборчик. Столик. Пеленальный, мне кажется. Так, идемте отсюда дальше. Вот тоже какие симпатичные. С ключиком. Интересно, для чего они? Так, идем дальше. Здесь мы были, правильно? Идем наверх. Это второй день. Уже купить нечего, все выгребли подчистую. Вот тут такое, сталь какой-то. Упс, ничего не маркировано. $70. Ой, звук хороший. Так, вестили купили. Мебель тоже продается. Столик симпатичный. И кухня. Что у них тут? Кухонная зона такая. Ух, какая люстра. Какая люстра. Прикольная. Картина. Там тоже тут лазит. Здесь тоже куда-то можно вылезти. Мы вылезли. Еще один телевизор. Там у них дворик. У кого-то в бассейне вон там вода. Вот какой уголок у них тут классный. Это все тоже. Все тоже можно купить. Тяжеленная посудина. Что такое? Непонятно. Я вот эти штуки обычно продаю. Но она уж, по-моему, до такой степени вся измученная жизнью. Так. Посудки. Шкафы пустые. Это что такое?
чайная. Какой графинчик. Так. Техника. Принтер продают. Ну, что за фигня прикольная. Не знаю, что такое. Сундучок. Для чего-то. Драгоценности какие-нибудь поставить. Шапку Мономаха. Или Ваца. Но я его никогда не отправлю. Мне почта его прям с особым извращенным наслаждением разобьют. Так, здесь гараж. Что у нас тут в гараже? Вот это что на колесах? Тоже какое-то средство передвижения. Так. Ух ты, инструмент. Велик. Матрасы. Ух, сколько опять новогодних фонариков. Что-то собачье. Собаку-то куда дели, интересно? С собой уволокли. Здесь вот эти подносы, которые никто не купил. Еще какая-то. Какие-то инструменты. Уже не буду открывать сейчас. С грохотом посыпятся на пол. Так. Мусорные ведра вон. Здесь мы. Да, мы тут пришли. Что у нас тут? Какой-то пылесос такой. Финдибуберный. Смотрите, какой финдибуберный. Такой даже не знаю. Так, здесь вот всякие прикольные кружки. Модных, особо модных не вижу. Пластмассовые. Ну, что за пылесос, а? Интересно. Может, мне оно надо? Дусон. Может, мне надо, я не знаю. А, люди. Ладно, идем дальше. Где-то должны быть другие этажи. А где они? Покупает мебель. С стороны что-то еще стоит. Прям привет, смотрите, какая. Но она неважного качества. Вот чья-то спальня. Вот у них тоже такие же в викторианском стиле наволочки. Да? И она сидела и смотрела туда в окошко. Кошки классно. Шкаф какой, посмотрите. Приклеить что-то, не буду дергать. Икс. Кресло. Здесь у нас. Всякочина. Тут лазит. Сейчас мужик вытряхнется. Всякие ковтенки. Рюкзак или что это такое? Сумка на колесиках. Врач что ли был? Радиология. Радиология. У нас тут такое в упаковке. А, непонятное.
Знаю. Какие-то боты. Смотрите, какие боты. Новые, кстати. Вообще не нужны. Красивенькие. Красивенькие ботики. За 15 и 3 за 18 долларов. Прикольные же. Хорошие. Костюмы. Без куртофан какой-то классный. Чей-то ребенок идет, поэтому отворачиваемся. О, какой шкаф. Так, все тут скачут. Там еще люди лазят. Че у них тут? Вот сауна, туалет. Тут люди лазят. Че лазят? Что-то ищут. Мы тоже поищем. Так, ладно, не будем искать. Пойдемте дальше. Тоже хорошая мебель. Так, второй этаж вам показать надо. Второй этаж покажу еще. Такой домик. Так вот вниз огромный домик. В ту сторону нас не пускают, тут перекрыто старыми партами. Сюда нас тоже не пускают. Нас пускают только вот сюда. Смотрите, какой стульчик. Интересный. За 40 долларов. Какой прикольный стульчик. Так. И вот там еще одна спальня, куда нас пускают. Да, и по-моему... Оу, я. American doll за 30 долларов. Зонтик новый в упаковке. KCU. Так. KU это Kansas University. О, крылья ангела. Причем из настоящих перьев. С этикеткой. Прикиньте. Новые. Сделаны в Китае. В Китае прямо они даже крылья ангела сделали. Что за дня? Так. О, чей-то этот с окончания колледжа. Вот. Все. Вроде бы боль. Дальше не пускают. Дети были. Переезжают, наверное. Здесь какой-то сундук мягенький. Все, товарищи. Выметаюсь, еду в другой дом. Здесь реально ничего нету. Я, правда, что-то выбрала. Не знаю, может быть, дорого. Вон толпа что-то. Все. Выбирает. Хватит. Короче. Сейчас вам покажу. Ух ты, а вот здесь что у нас такое? Что-то старенькое. Опять стулья. Античные. 110 долларов за стул. Это получается... Какие стулья? Это сколько у нас? 55 долларов стульчики. Классный. Так, это вот что все повыбирали. Я взяла вот эту и вот эту. Вот это вот за 5 мне обошлось. Это у нас Шуман, по-моему. Это Стюберг, он тоже дорогой. И все. Все, товарищи, сваливаем.